вот хорошая музыка ведь тоже может и рассмешить, и раззадорить, и дарить радость не хуже любой шутки, правда? Русская народная песня в обработке Сударикова «Как под горкой, под горой» исполняет Остапенко Иван. Народная песня «Перепелочка» и «Лявониха» исполняет Рухлевич Александр, преподаватель Остапчук Ирина Михайловна. Thank you.
исполняет Жан Неркевич Валентин, преподаватель Хилько Аркадий Александрович. Исполняет духовой оркестр, руководитель.